Здравствуйте, дорогие друзья! Еженедельный видеодайджест игровых новостей Games Blender официально заявляет: сегодня новостей так много и все они такие интересные, что мы не будем тратить время на сказки, былины и прочие истории о богах и простых смертных. Лучше сразу перейдем к новостям. Сегодня в выпуске: файтинг здоровенный. Sony зарегистрировала доменное имя для PlayStation All-Stars Battle Royale. Легким движением руки Stalker 2 превращается в Survarium. Alan Wake's American Nightmare на ПК. Толстый Бэтмен. Rocksteady анонсирует Game of the Year Edition. Об этом и многом другом прямо сейчас. Компания Sony зарегистрировала доменное имя PlayStation All-Stars Battle Royale.com. Поговаривают, что именно такое название носит файтинг-проект, объединяющий множество персонажей из различных игр, выпущенных под эгидой Sony. Слухи, что подобную игру разрабатывает студия Superbot Entertainment, появились еще в ноябре. Правда, тогда сообщалось о более коротком названии — Title Fight. К сожалению, на данный момент это все, что известно об этом звездном и многогранном кроссовере от Sony. Сообщается, что официальный анонс, на котором станет известна тайна PlayStation All-Stars Battle Royale, состоится в ближайшее время. Deep Silver с грустью сообщает, что консольная версия Ryzen 2 задерживается. В то время как ПК-версия уже поступила в продажу 27 апреля, версии для Xbox 360 и PS3 решено придержать до 3 августа. Именно в этот день консольная версия Ryzen 2 появится в продаже во всей Европе. Американцы же получат игру на 3 дня раньше. В комплекте с игрой за предоставленные неудобства сразу же будет поставляться DLC под названием The Air Temple. Президент компании Starbreeze Studios Микаэль Нормарк рассказал о своем отношении к игре «Синдикат», которая, несмотря на обилие рекламы и хорошие отзывы в прессе, откровенно слабо стартовала в чарте продаж. Нормарк заявил, что он гордится работой, которую проделала компания. Он считает, что им удалось внести что-то новое в жанр FPS и создать очень интересный и нестандартный кооперативный режим. При этом он думает, что компания ни при каких обстоятельствах не могла оправдать завышенные ожидания всех поклонников оригинальной игры «Синдикат». Финансовые потери Nintendo в 2011 фискальном году составили $461 миллион. В убытках компании винят очень сильную иену. Сообщается, что в середине нового фискального года Nintendo постарается увеличить норму прибыли от консолей 3DS, продаваемых по сниженной цене. Аналитики считают, что для этого будет уменьшена себестоимость, а не увеличена розничная цена. DICE опубликовала новый трейлер DLC Close Quarters для Battlefield 3. После просмотра становится понятно, что данное дополнение вряд ли подойдет любителям залечь на горе со снайперской винтовкой. Выходцы из GSC Game World основали новую студию — Восток Games. Ребята уже опубликовали первый дневник разработчиков, благодаря которому стало известно, что создание сиквела игры Stalker было приостановлено. Теперь студия работает над постапокалиптическим многопользовательским онлайн-шутером Survarium. Разработчики говорят, что Survarium будет free-to-play. Предусмотрена и возможность потратить реальные деньги, но на что именно, пока не сообщается. Следить за подробностями развития проекта можно на официальном сайте игры и компании. Konami работает в ударном темпе, чтобы как можно скорее устранить ошибки сразу в двух играх. В ближайшие недели Silent Hill Downpour и Silent Hill HD Collection будут пропатчены. Konami обещает устранить проблемы с фреймрейтом, аудиосинхронизацией и автосохранениями. Точная дата выхода патчей, к сожалению, неизвестна. Создатель игровой серии Resident Evil Синдзи Миками рассказал о первом проекте студии Tango Gameworks,
поддерживаемой Bethesda Softworks. Проект носит название Project Zwei. Игра в жанре survival horror была анонсирована в 2010 году, а совсем недавно перешла в стадию разработки. Project Zwei выйдет на HD-консолях предположительно в 2013 году. Microsoft планирует провести ребрендинг Zune, сервиса для Xbox 360. В прессе фигурирует новое название сервиса — Woodstock. Ожидается, что компания сделает анонс относительно Woodstock на EA-2012. Правда, запуск сервера произойдет не раньше осени этого года, так как Microsoft планирует запустить Woodstock не только на Xbox 360, но и на Windows 8, iOS и Android. Если вы любите баскетбол, у вас есть Kinect и вам не жалко своей квартиры, то обязательно обратите внимание на игру NBA Baller Beats. Особенность игры в том, что вы не будете махать руками, изображая, что у вас в руках баскетбольный мяч, а будете на самом деле стучать баскетбольным мячом перед экраном вашего телевизора. Однако игра не будет учить вас баскетболу. Игровой процесс будет напоминать старую рекламу фирмы Nike, в которой баскетболисты отстукивали мячом музыкальную композицию. Игру обещают представить зрителям на E3. $7 или 560 Microsoft Points будет стоить новое дополнение для Forza Motorsport 4. Top Gear DLC Pack добавит в игру 10 автомобилей, в числе которых будут как раритетные авто 60-х, так и новинки автопрома. Новости PSN. С 24 апреля все владельцы PS Vita смогут скачать и установить Skype совершенно бесплатно. Также с 24 апреля в PSN появились следующие игры: Bejeweled 3, The Walking Dead, а также ритейл-версии Battlefield 3 и The Cursed Crusade. Также в PSN доступна нестареющая классика Red Faction, Darkstalkers 3 и Future Cop LAPD. Волнений в силе не чувствуем мы, не очень уверенно сообщает BioWare, а затем добавляет, что количество подписчиков SV Tor не уменьшается. Впрочем, оно и не увеличивается. Аналитики посчитали, что в феврале на SV Tor подписались 1,7 миллиона человек. В том же самом отчете аналитиков говорится о том, что если дела будут идти так же, как они идут сейчас, количество подписчиков в марте 2013-го составит 1,25 миллиона человек. Впрочем, в BioWare пока что никто не бьет тревогу и не пытается делать все возможное и невозможное, чтобы поддерживать активность игроков на каждом сервере. Pentavision продемонстрировала новый трейлер музыкальной ритм-игры DJ Max Technica. Об этой тач-ориентированной аркаде для PS Vita стало известно еще в прошлом году. Однако с тех пор о ней не было ни одной новости. Теперь же сообщается, что игра появится в продаже уже этим летом. Alan Wake's American Nightmare на пути к релизу на ПК. Это стало известно благодаря наблюдательным пользователям сервиса Steam, которые обнаружили игру в регистре Steam. Отметим, что просто так игры в регистр Steam не вносят, поэтому о релизе American Nightmare на ПК можно говорить с уверенностью. В отличие от предыдущей части, Crysis 3 будет иметь поддержку DirectX 11 с первого дня релиза. Официального анонса от Crytek, подтверждающего или опровергающего эту новость, пока не последовало. Теперь известно, почему Rockstar предлагает Max Payne 1 и 2 совершенно бесплатно в случае оформления предзаказа на третью часть. Дело в том, что поиграть получится только в первые две, так как третья часть элементарно не запустится. Rockstar обнародовала минимальные и рекомендуемые требования Max Payne 3. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance получила дату релиза. Игра появится в Северной Америке 31 июля, а в Европе на полторы недели раньше, 20 июля. Ubisoft никоим образом не хочет комментировать слухи о возможном сиквеле Rayman Origins. Меж тем, если верить этим слухам, то в сиквеле будут драконы, призраки и боги из греческой мифологии.
В версию Mortal Kombat для PS Vita войдет не только весь контент из консольной версии, включая DLC с персонажами, но и новые элементы гардероба для персонажей. Сообщается, что некоторые герои, такие как Скорпион или Саб-Зиро, получат классические варианты костюмов из Mortal Kombat 2 и 3. Batman Arkham City обзаведется Game of the Year изданием. В него будут включены все вышедшие до этого DLC, включая выходящее 30 апреля DLC Harley Quinn. Помимо всего прочего, в итоговое издание игры войдет анимационный фильм Batman Year One. Batman Arkham City Game of the Year Edition появится в продаже 29 мая. Torchlight 2 еще не обзавелась датой релиза, но уже доступна для предварительного заказа. Игру можно приобрести за $20 для себя любимого или за $60 в складчину с еще тремя товарищами. Пазл-редактор для Portal 2 появится на ПК и Mac 8 мая. Бесплатное дополнение позволит пользователям проектировать их собственные головоломки, а затем выкладывать их в Steam Workshop для оценки и прохождения другими пользователями. В сети появился первый трейлер игры Reset от студии Fiori Interactive. Трейлер демонстрирует игровые кадры из альфа-версии без HD-текстур и различных графических эффектов. На данный момент о проекте практически ничего не известно. Разработчики говорят, что Reset — это головоломка от первого лица, в которой предстоит путешествовать во времени и решать задачи в кооперативном режиме с самим собой. Впереди праздники, а значит куча свободного времени. Если вы еще не придумали, как его потратить, обратите внимание на советы нашего календаря. 1 мая в продаже появится Sniper Elite V2. Игра уже стала популярна на просторах YouTube, благодаря игрокам, которые в демо-версии отстреливали противникам мужское достоинство. Симулятор снайпера появится на двух самых могучих консолях и ПК. Также на 1 мая запланирован релиз многопользовательской игры Terra. Игра с прошлого года доступна корейцам и японцам, и вот, наконец, дошла очередь до американцев и европейцев. Кстати, в Европе релиз состоится через 2 дня. Fable Heroes — веселая адвенчура появится в продаже 2 мая. Зовите друзей, которым также нечем занять себя в выходные, и играйте вчетвером. Третья часть экономического симулятора Port Royal появится в продаже 4 мая. Call of Cthulhu The Wasted Land перебирается с iOS на ПК. И так бывает. А вот Mortal Kombat перебирается с одной консоли на другую. Популярный файтинг появится на консоли PS Vita. Ну а если вы не желаете тратить деньги на приобретение полноценных игр, то скачайте демо-версии, а не то, что вы подумали. Демо-версия Dragon's Dogma и Ninja Gaiden 3 к вашим услугам. И на этом все. С вами был еженедельный игровой видеодайджест Games Blender. Кстати, напоминаем, на наши ролики можно подписаться на канале 3D News на YouTube. Оставайтесь с нами, дальше только лучше и интереснее.